Всем привет, с вами я, Денис Гуте, и мы Dark Santa. На сервере Русский Дрифт. Выберу, наверное, такого пацана. И мы, наверное, будем сейчас начинать играть. Убьем первого чувака. Ну, убили. Сразу же ТП хоть на гору Челиад. Моток, лоу. Катимся. Хочу сейчас трюк сделать, постараться. Я получил скатерство. Тимс, я получил струк. Он получил. Кстати, мотоцикл прикольный такой. Осторожно. Тимс, блин, я упал. А посрать. Давайте я поеду снова, только я уже не поскрепался. Ой, оба погнали. Погнали. Вау! Вау, вот ты пам, говнюк что ли? Значит, падла все-таки какая-то. Я запомнил уже сразу же мотоцикл. Кстати, что это за мотоцикл был? Пизобой вроде бы. Нет, пизобой другой совсем. Ну, пизобой тоже прикольный. Мне небоскреб вообще нравится сильно. Пэмс. Вообще тут прям так наворачивать сальтухи можно. Успею сальтух еще? Я успел. Лол, я не сдох. Не знаю как, но я не сдох. Так. Скоро, кстати, ребят, выйдет фильм по Санту, мой первый. И вы нас спросите. Что? За флайчит я был кинул, что? Ребята, даже вы сами видели. То, что я ничего не делал. Вау. Но поиграть-то на сервере я все равно смогу. Да? Ну, походить могу. Какую-нибудь машину найду быстренько, ребят. Ладно, это, наверное, была очень короткая серия Сампа. Может, нет, сейчас посмотрим. Да, была очень короткая серия Сампа. Я не знаю, за что меня кикнули. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, подписку, не держите лайк. С вами был я, Денис ГТ. Всем удачи, всем пока.